получается, у нас коротковатый бампер, но они вот с этим перестаются. Или вторым. А что же его вторым-то должен поставить? Вот это тоже кабель второй. Я ему дал блестящую собаку, он привез какой-то мышь. Не умеете держать, не хватает денег. Рез сложный. Очень сложно. Опять же. Первый копейк получает оценку отлично. Богатырской колодки. Мощный. Сколько ему лет? 3,5. То есть он в расцвете сил. Он... Второй проиграл ему. Колодку. Чуть зажата колодка. Хотя форма головы у него лучше. Получает отлично. Разведи. На первый взгляд, вроде как бы жирненький кобель. Он не жирненький, он просто хорошо одет. Просто не скинул шубу. Дальше. Кобель возрастной. 7 лет. В правильных линиях голова. Отлично. Богатырские колодки. Краб на голове. У него. Уже раздобревший. Поэтому очко. Ну, это собака не выставочной кондиции, а собака не выставочной кондиции тут уже вообще ни в какие кондиции. Такое впечатление, что собака больна. То есть шерсть такая, смесь тусклая. Вот. Приводинка у него. Получает оценку хорошо.